Всем привет, с вами Грасс Монтана, и как я зашел в игру, заходил я очень давно, и просто, короче, мне было лень снимать, вот. И тут уже, блядь, меня начали долбить, бесить, нахуй, кувыркать, блядь, мотать в разные стороны, бомжи, не бомжи. Даже какой-то мудак на буллете умудрился меня просто, не просто спонтанно давить, а вот прям захотел, короче, именно меня давить, ладно. Я, короче, получил 2-й уровень, и теперь мы устраиваемся на работу у автобуса. Будет, наверное, я думаю, не сильно так скучно. Там, в принципе, посмотрим. Вот, все, уже подбегаю к автобусной станции. И что-то как-то странно, то, что слишком много автобусов стоят, потому что я на Blue сервере играл, когда там просто очередь стояла, куча бомжей, чтобы залезть на автобус. Вот, все, берем в аренду, нажимаем кнопку 2, делаем, ну, пусть будет 20, чтобы хотя бы хоть какая-нибудь, что ли, прибыль была у меня. Кстати, да, я въебал свой дом. Пиздец. Очень обидно. Ну, вообще, очень-очень. Так, берем на шахту, потому что, в принципе, это самое, наверное, мне кажется, престижное. Так, все, заводим моторы, и по пути нам надо, наверное, залиться. Не знаю, ну... Поскольку делать нечего, тупо как кататься на автобусе, я что-то уж решил заснять. И, ну, сейчас немного я расскажу о конкурсе втором. Второй конкурс будет на усмотрение победителя, потому что если он выберет, допустим, аккаунт, то я буду разыгрывать Steam. Если он выберет Steam, то я буду опять разыгрывать аккаунт. Потому что... Уже сколько как бы прошло дней, но он до сих пор троит и не может зайти в онлайн. Ну вот сегодня, да, он мне написал свой скайп, сегодня я с ним сижусь. Блять. Ой, вот как меня бесит эти автобусы, они очень громоздкие, они неповоротливые. Вот вообще, ну тупо. Продам маркет туризма. За 2 миллиона, что-то слишком дорого, мне кажется, или... Или это нормально? Вот, и я, скорее всего, наверное, все завязал с этой ликвидацией ликвидаторов, потому что во втором выпуске мне сломали виртуалку, и я, блядь, ее нормально не могу настроить. Не знаю, как это делать. Ой, кстати. Настройки. Так, не сюда. Блин, что такое? А вот личные настройки. Надо игроками надо включить. Все. Кто? Поехали. У меня там что-то, блядь, на кухне посуда бьется. Или это на улице, я не знаю. Все, поехали. А, сейчас надо... О, еб... Сука! Кикнула, блядь. Пиздец. Сука, что это нахуй? Что это за, блядь, пиздец нахуй? Стыд и срам, сука, а не компьютер, блядь. Зависло нахуй к хуям все, блядь, пиздец. Как мне теперь играть? Я не понимаю нахуй. Что-то меня шатает, это во-первых. Во-вторых, сука, за последние 10 минут я, блядь, потратил около, ну, получается, 4 раза я сел в этот, блядь, арендовал, точнее, автобус, сука, и меня 4 раза кикнуло, но последний раз это просто пиздец был, меня просто нахуй гом залагал. Ебать, теперь нахуй я вынужден тупо бежать на этот ёбаный автостанцию, на эту ёбаную, что-то я татарина уже, блядь, возразил, нахуй, ёбаный автостанция. Ладно, блядь, только там теперь увидимся. Никак... Короче, похуй, блядь. Я уже запинаюсь. Все, наконец-то я, блядь, взял автобус и еще раз. И едем, блядь, на шахту, нахуй. Собирать бомжей. Бичей, не знаю. Бездомных. Ушел хуй отсюда. Так вот, что я говорил-то, то, что мне наебнули виртуалку, и я ее не могу теперь установить. Я не знаю, почему так. Получилось, но, блять, я как устанавливаю, она мне просто инет там не подключается, так что все, походу, пиши пропал. Я не знаю, блин, посоветуйте еще что-нибудь снимать, ну кроме Майнкрафта, нахуй.
прохождение, может, какой-нибудь, не знаю, игры или игр, блядь, чуть туториалы по каком, по каким программам, просто дохуя чего умею. Просто лень это все воспроизводить. Не знаю, хочу КС поснимать, ну, блин. Что, на Детрай не могу поиграть, нахуй. Могу на... Да, блядь, много, нахуй, на каких серверах, модах, точнее, могу поиграть. Везде умею. Ладно. Когда соберем первого бомжа, нахуй, тогда я включу камеру. Хотя вот это, походу, блядь, те первые два бомжа. А, нет, это, походу, это просто, блядь. Сейчас он меня выкинет. Нет, не выкинул. Охуеть. Тогда я поехал. А, вон себе велосипед, блядь, нашел. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Садись давай, нахуй. Сука, сейчас опять же чуть нахуй не кихнул. Ладно, блядь. Не знаю, блин, куда идти с этим вторым левелом. Я не хочу, блядь, автобусником работать, потому что это такой тяжкий труд, нахуй, блядь. Вот так вот ездить, копаться, блядь, там что-то, нахуй, вот так поворачивать, блядь. Блять, врезаться в бомжей, нахуй. О-о-о, давай, нахуй, прыгай. Садись. Давай, сука, наебал, да, так? Да, наебал так, малян. Ой, блядь, пиздец. Тут я такой, блядь, подъезжаю, нахуй. А тут какой-то мудак, блядь, перегородил, сука, дорогу, нахуй. Пиздец, нахуй. Я не хочу это, блядь. Сука, что, придется объезжать? Нет, все-таки придется другими, нахуй, способами. Ёбаные, блядь, мудаки, вот зачем это делать? Я не понимаю, нахуй, сука, сейчас автобус разгромлю, нахуй, весь, блядь, ничего, нахуй, не заработаю. Мне деньги, нахуй, нужны позарез, блядь. Так, готово, нахуй. Давай, блядь, прыгаем, нахуй, на автобус. Пи-пи, блядь. Садись, нахуй. Ну, блядь, чё, нахуй, не хотите, что ли? О, охуеть. Так, стоп. ММ, нахуй. ММ. Охуеть, час уже. Круто, блядь. Я второй левел. У меня всего 14 тысяч, нахуй. Блядь, это так мало. Ой, не туда поехал. Эй, ты нихуя себе. Пиздец, ну это чё было, нахуй? Пиздец, блядь. Да ну нахуй этот сам, блядь, пиздец, зайдешь, нахуй, блядь, читера, нахуй, блядь, то убьют, сука, то нахуй. Подожгут автобус, блядь, то это, то другое, нахуй, блядь. Короче, пиздец, нахуй, хоспитал. Сейчас какой-нибудь мудак приебется, блядь. Дай монетку, нахуй. Чё еще, ебать? Ну, блядь, нон-РП, сука, гнида, нахуй. Ладно, блядь, всем пока, с вами был Грасп, ждите новых летсплеев, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк и комментировать. Всем удачи.